Друзья мои, всем огромный привет. Наверное, я, как говорится, сам последний из блогеров, который записал видос по поводу монетизации на YouTube. Ребята, от монетизации я не зависел. Соответственно, буду, даже если не будет монетизации, буду выкладывать видосы в YouTube. Ну и также я, чтобы если поговаривают, что YouTube закроют, не закроют, чтобы не потерялись мои видосы, я залью их все в Дзен. Уже начал заливать потихоньку. Так что ссылочку оставлю в описании под видео. Переходите, кому не сложно, кто хочет дальше смотреть рецепты колбасы, пива, самогона. Милости прошу. И все равно я буду заливать в YouTube. Сколько он будет, столько продержимся, как говорится. Все, в Дзене будет теперь видосы все. Кстати, в Рутубе кто-то сделал мой канал, но это не я сразу говорю. Там видосы все с Ютуба туда слили. Так что, ребята, и в Рутубе тоже скоро будет. Соответственно, подписывайтесь на Дзен. Всем пока, друзья, всем пока.